Всем привет, я хочу рассказать, как можно проверить ваш NFC на то, будет ли он работать с вашим подорожником и считывать с него информацию. Ну, во-первых, в маркете спасибо человечку Дмитрию Гурееву, он уже создал программу, которая вам не только поможет это считывать, но и быстро расскажет, не имея подорожник, будет ли эта программа с ним работать. В данном телефоне у меня, как вы видите, он пишет, у него нет протокола MyFair, поэтому он не сможет работать с подорожником. Как бы ни было странно, какая бы дорогая модель ни была, я проверял, реально ее прикладываешь к подорожнику, результата ноль. Если кто не понял, это Blackview BB 9000 Pro. А вот берем этой же компании телефончик новый, более дешевый. У него ищем эту же программу, запускаем. И он пишет, готов к работе, приложите карту. То есть получается аппарат хоть и дешевле, но новее, технологичнее, и получается, что у него все работает. Сейчас я вам продемонстрирую, что это не блеф, не пустой треп и так далее. Карточка в наличии. Ау. Вот, пожалуйста. Он считал сразу данные моей карты, сколько осталось денег, сколько стоила последняя проездка, точнее поездка, поездок за месяц, телетели, тролливали. Короче, все данные с подорожника он выдал. Вот так вот. Так что видео будет коротким. И вот с помощью этой программы, даже не имея на руках сейчас подорожник, допустим, он у вас там дома, еще что-то, вы решили узнать. Можно узнать, будет ли считываться с него информация вашим смартфоном или не будет. Все. Напоминаю, если кто с первого раза не понял, как называется программулина. Ну и, соответственно, что скачать ее можно банально в маркете. Так. Набираем что-то типа того. Он вас поправляет, как правильно. Вот мы открываем эту программу. Все. Спасибо ее производителю. Очень хорошая программа. Всем пока.